Так, всем добрый день. Сейчас вам покажу офигенную тепницу на малообъемке. Это вот мешки. Вот такие мешки. Они у нас продаются. В них мешки мы наполняем просто землей чистой, без всяких там удобрений, добавок. И кидаем по ним капельку. Схема посадки, смотрите какая. Вот в один мешок, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь растений на один мешок. Значит, какой тут размер, Валер? Размер 40, 40 на... Ну вот, длина. Длина 40, ширина 40. 8. Вот, длина 40, ширина 8. Да сколько растений ты не считал тут? По мешкам, в принципе. Чуть больше 3000. 3000. Да, ну, 1,5 тонны, как с куста, ну, да? Конечно, по-любому. Да? Это как минимум, да? Да, если вовремя посадить. Ранние ягоды, если продать ее по 500 рублей, это сколько будет, денег? Грубо говоря, 700 тысяч. 700 тысяч. Да. Вот, ребята, лимон денег практически, да? Угух. Ну, за вычетом, ну, пол лимона, да? За вычетом всех там затрат, там, да. Сколько вот такую теплицу поставить? Ну, тысяч... 200 с чем-то, да, да. С копейками, да. То есть тут особо таких, знаете, нет, что тут? Затрат, полторашка, да? Ну, двойка, да, двойка толщина. Ну, 15 на 20, да? Ой, 40 на 40, 40 на 20, да? Да, трех. Вся двойка, такая причем, да? Да? Все, и каркас. Там клипсами. Да, пленка. Пленка. Это сколько пленка получается? А, у тебя на кусками, а у тебя, да, даже не цельная. Шестиметровая, бока открываются. Да, да, да. И шестиметровую наверх. А по бока тут уже по этими бока, да, кусками пополам, по 3 метра. Вот стойки, а ну размер вот тут можешь сказать, не помнишь какой размер? Размер, ширина стойки метр, ну между мешками 80 получается. А между мешками 80, а вот это расстояние вот этой планки, да, метр, да? Или ну нет? Да, самого металла метр. Да, метр. Крест. И вот тут высота, ну вот отсюда. Вот сюда сколько высота? Метров 70. 70, но метра нету, да. Ну то есть по своему росту, чтобы удобно было работать. Вот у меня на уровне глаз, у меня 1,78 м. Ну вот так, значит, высота будет с мешками 1,75 м. Так где-то вот тут будет где-то 1,70 м. Ну смотри, она прогнула, да? Ничего страшного. Ничего? Выдерживает влага, все это уже проверено. Я сам по ним ходил. Короче, это что? Это полторашка. Полторашка, да, просто. Или арматуру этот, можно. Или арматуру, висеть. Да. Ну, арматуру, мне кажется, ну, не будет она тереть. Резать. То есть ты один раз кинул ее, и все, да? Да. И все. Сажали. Это что? Алба? Это клери. О, клери, красавица. Цветы. Такие цветы у нее мощные. Вот она, алба, ты говоришь, да? Это алба, да. Ну, это поздняя посадка, поздняя, да. Посадка. Конечно, моя, что тут? По 5 ягодок, если, ну, даст, да, по 10, если по 20 тонос. Да. Вот белый 42-й агроспан, да, да, на случай заморозка. А ты его куда? Вот сюда, на прищепке, да, да, я так вот понял? Проволочку натянул. Проволока, вот, видите? Сюда, да. И вот так вниз его, оп, только. Да. Спасает? Сколько выдерживает? Ну, 1-2 градуса выдержит мороз. Да, спокойно. Ну, таких сейчас заморозков нету. Больших. Минус. Слышь, ну если вот на землю вот так посадить, вот без малообъемки, сколько, да, вот в такую теплицу? В 3 раза меньше. В 3 раза. Ну, я так и говорил, что, то есть, если у кого-то площадь, да, маленькая участка, то, да, вот такое вот выращивание, так зато никаких сорняков, да, никаких этих, каких-то там вот заморочек с междурядьями, с прополкой, ни да? Прополки, да, ни ничего, прополки, нет, ничего, только что, полив, а полив как часто? Полив? Ну, по мере из, пальцем, да, попробовал, да? Попробовал пальцем или... А снизу есть у тебя отверстие? Дренаж, да. Сколько на одно? Ну, 4-5 отверстий. А, ну, то есть просто, чтобы вода не застаивалась, да? Да, ты взял чем-то, да, гвоздем, да? Да, арматурка. Да. Ткнул и все. Вот так вот. Класс. Гляньте, ягода уже. Скоро на Кубани ягода, ребят, поспеет. Да. Нету еще спелой? Нету еще. А вот корявенькая чуть-чуть ягодка. Это да, что? Недоопыление, да? Да? Не было пчелок. А я вот смотрю, пчелки летают. Летают, летают. Да, да, днем они залетают сюда в любом случае, да? Да. Ну, пойдем там, цветочки. Глянь, какие. Ух, клери, да? Красавица. Вот, что бы ни говорили, но клери
вообще сорт бомба. Вот даже сейчас у Игоря был, он говорит, Ами, да, вроде бы там ранчик Лейри на неделю, там, ну, заявляет ее там производитель. Говорит, нифига, Ами, говорит, только начинает цвести, Клэри уже цветет и отцвела уже, да. То есть там разница, наоборот, позже Клэри она. А неделя это ценник, ну, извини меня, как бы не на 30, не на 40% ниже или выше, да, чем... Или первую эту ягоду продашь. Тоже стаканчики, да? Да, чуть-чуть. Как ты говоришь, чем обработал? Это келик микс микроудобрениями, вот видите, да. Превышение концентрации к чему приводит. Да, и ожог получился. Моментальный ожог. Вот на всех листьях такое. И, кстати, только на старых листьях. На молодых, ну, вообще ни одного ожога. А вот именно на старых. Вот видите, ребят, о чем я говорю, что с химией надо очень аккуратно. Это еще хорошо, что вот по цвету ничего не повлияло. А если бы, представь, как обидно было бы, конечно, глянь. Ягодки корявые, конечно, первые. Глянь, сколько, а, елки-палки. Это вот, это, блин. Да. Это шмелей. Шмелей, да. Вот сэкономил 2000. Да. А сейчас представь, сколько ты на этой корявой ягоде, на самой первой, сколько ты на ней потеряешь. Просто неупущенная выгода. Поэтому, если вот таким способом выращивать, надо обязательно опыление. Вот видите, да, сами. Каждая первая ягода, на кусту, да, она вся, глянь. Точно. Валер, да она вся, глянь. Да, да. Ну не вся, ну вот она, глянь сколько ее. Есть, очень много, да. Так она вот вся идет, корявая. Ну вот, классная побудет. Вот видите, ребят. На чем-то, да как тут сэкономишь? Тут нельзя экономить ни на чем. Ну, вот на той же химии, да. Но это не сэкономил, это просто хотел как лучше. Хотел как лучше. Блин, да, а получилось вот так вот. Буквально на 10 литров, 10 грамм, чуть-чуть больше, и вот такой эффект. Ну, а тут что-то, тут одного опрыскивателя хватит, да, пройтись, 20 да? 20 литров, 20 литров хватит. Все, да, опрыскать. Опрыскать, да. Да. Вот что еще интересного покажешь? Да, есть что? Это что у тебя за прибор стоит? А это... Работает? Да, это да, так, PH, я не знаю, он такой ненадежный китайский. Какой-то, китайский, наверное, да. Я тоже им что-то не доверяю. Не работает он, да. Это что? Это под, это в капельку, под кормки, да? Да, это удобрения всякие. Тебе бочка, да? Ты с бочки теплой водой поливаешь, да, получается? Заполняю туда, удобрения насыпал. А, то есть ты там размешал их, да, получается? А как ты их там размешиваешь? А просто палка или да, какой-то? Сперва в ведре. А, в ведро туда вылил, да. Да, там, и ведро вылил, да. То есть без всякого инжектора, без ничего. Да, сразу полив, он включил. А насос? Ну, обычный. Насос. Хватает тебе, тут накапливает. Да, вот этот объем, он хватает, да, на один уже. Раз полить полтонны воды за лоза хватает. Вот тебе и подкормил как лучше, да? Бабах и сжег. Ну что, когда ягоду собирать будем? Сегодня через... какой? Сегодня какой? 27-е, да? 27-е, да. Марта, да? В числах, я думаю, наверное, 15 апреля, да? Апреля, да. Ну, первое это раньше ягода пойдет, но первый сбор, наверное, будет 15 апреля. Да, да. Так что, ребят, если вам говорят где-то на трассе, на Краснодарской, что продают кубанскую ягоду, брешут. Все это вранье, вранье, да. Вранье, да. Я вам скажу, что по вкусу кубанская ягода от всех остальных отличается, ну, только в лучшую сторону. Я не знаю, можно всякую пробовать ягоду, но вот когда ты идешь, вот сорвал и съел, вкуснее нет. Да, скажи. Конечно. А с Даклэри какая вообще классная. Да, самая ранняя. Азия это. Азия тоже вообще. Вот в Азии. Вот знаешь, в чем ее? Я вот, если солнце, если солнечная погода, вот у нее вообще кислинки нет. Да. Вот у нее одна сладость. Вот у Клэри есть, вот тоненькая, ну, тоненькая, да, есть, присутствует. Но в Азии кислинки вообще нет. Да. Вот, ну, сколько тут градусов? Тут не жарко, кстати, да? Да, ну там градусов сейчас вечером. Да, 15-16, да. У меня днем балагане. И 40 бывает, ну, и 45 бывает. Да. Вот просто балагане. Видишь, у тебя потолок высокий. У тебя... Да, чуть-чуть. А в балагане там что там, 2 метра? 2 метра, там да. Прям сразу, только солнце вышло, прям сразу жарище прям такая. Да. Конечно. Клэри, блин, ну цветок у нее, глянь. Это
Вообще класс. Вот это вот опынится сейчас пчелками. Да, вот это будет ягода. Залетают, вот это будет ягода классно. А вот на первой, конечно, на корявеньких чуть-чуть потеряешь. Ну что. Да, это первый опыт. Че, у тебя Инстаграм есть? Да. Давай проперим тебя. Инста, ну покажи Инстаграм свой. А то он говорит, подписчиков мало у него, подписчиков мало. Вот я вам сейчас покажу Инстаграм. Сейчас все как подпишутся на тебя. Да. На елки-палки, а ну тебя не хочет. Сейчас, секунду. Так, а вот свой, да, зайди. Ну вот на свой контакт. Так. Так. Как? Алекс. А, вот, сейчас, давай. Александрович, 46-47. Все. Вот я. Сейчас видео выложу, пойдут подписчики, те, кто, конечно, до конца досмотрят. Ну, а кто не досмотрит, ребят, ну вот, не познакомитесь вы с хорошим человеком. Все, всем пока, всем спасибо за просмотр. Вот так, не забудьте поставить и подписаться на канал.